Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Університет третього віку у Дніпрі. Як і чому навчають студентів поважного віку, сьогодні нам розкаже спеціалістка управління з питань розвитку соцзахисту населення Департаменту з питань місцевого самоврядування Дніпровської міськради Юлія Довгалюк. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, університет третього віку. Що це за такий університет і які, якщо це правильно назвати, факультети у ньому є? Всем добрый день. Университет третьего возраста в нашем городе не является университетом в традиционном понимании этого слова. Ну, как все привыкли знать и слышать об университетах. Это образовательная программа для людей уважительного возраста нашего города. Она объединяет группы и по интересам, и по занятиям. Также они получают возможность поделиться своим собственным опытом, поделиться своими знаниями. И прежде всего, наверное, главная задача этого проекта – это общение. Также они могут поделиться еще своим опытом, своими знаниями. Участниками нашего проекта могут стать абсолютно все жители нашего города. Это жители должны быть пенсионного возраста, женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет. Для того, чтобы зарегистрироваться в нашем проекте, должна быть обязательная регистрация в городе Днепр. С собой нужно иметь паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение. И со всеми этими документами можно подойти к нам на Староказацкую 40Б, первый этаж, и зарегистрироваться. Какие же направления у нас существуют? У нас их очень много. Прежде всего, они у нас делятся на практические направления и лекционные. И среди лекционных направлений у нас есть такие лекции, как психология, здоровый образ жизни, агрономия, которая как раз, наверное, больше всего пользуется спросом, потому что все-таки сад, огород, дача для всех пенсионеров – это очень важно. Также у нас есть занятия по физической культуре, они относятся к практике. Еще в практике у нас есть занятия по китайской гимнастике, плейстик. Это относительно новая у нас дисциплина, очень интересная. Она прежде всего, наверное, развивает моторику, и эта дисциплина есть очень хорошая профилактика и болезни Альцгеймера. Среди практических занятий самые популярные до сих пор остаются это занятия на смартфоне и планшете. Так как мы пытаемся более социализировать всех людей уважительного возраста нашего города, для того, чтобы они умели пользоваться современными гаджетами. Это очень важно в нашем современном мире. Ну и так же самое, как, наверное, дополнительный приятный бонус, помимо обучения, наши студенты имеют такую возможность получать бесплатные билеты в театры, кино, музеи, выставки нашего города. А также в летний период они еще катаются на теплоходе по Днепру. Як я розумію, університет третього віку в Україні існують у декількох містах, не тільки у Дніпрі. Якось відбувається комунікація між ось цими університетами по нашій Україні? Да, университет третьего возраста, наверное, есть в каждом городе, но просто самые масштабные действительно только у нас в Днепре. Даже по сравнению с Киевом мы все равно на первом месте. На сегодняшний день у нас уже более чем 11,5 тысяч участников. Конечно, мы коммуницируем с другими городами. Вот на время карантина у нас на постоянной основе каждую неделю были круглые столы со всеми регионами Украины. Последний круглый стол насчитывал 19 разных регионов Украины. И даже с нами на связь выходил Славянск. Только у них университет третьего возраста работает в виде общественной организации. Также хотелось бы еще, наверное, пригласить больше. В сентябре у нас будет очень большой фестиваль университета третьего возраста. 19 сентября в парке Шевченко в 10:00 мы приглашаем всех пенсионеров нашего города и студентов университета посетить этот спортивный фестиваль. Он проводится абсолютно бесплатно, так же, как и участие в нашем проекте, совершенно бесплатно. То есть это такое спортивное развитие, и оно очень важно, очень полезно для людей пенсионного возраста.
Додаткова якась реєстрація потрібна для участі у цьому фестивалі? Ні, дополнительная регистрация никакая не нужна. Они могут как прийти и посмотреть, так и поучаствовать напрямую. Поучаствовать напрямую у них будет возможность провести соревнования по домино и по шашкам. А понаблюдать будет возможность за гиревым спортом. Это наши вообще чемпионы. Там люди будут от 75 лет. Они занимаются гирями. Это очень классно. Мы сами восхищаемся, весь коллектив университета, что у нас живут такие люди в городе. У них даже есть федерация ветеранов спорта. То есть и есть чем гордиться, действительно. А чем еще отличается наш университет от всех остальных в Украине? Единственный наш социальный проект финансируется только с городского бюджета. Ни одна власть еще в Украине не поддерживает такие важные социальные проекты, как у нас в городе. Я, до речі, тільки хотіла запитати, як я розумію, студенти університету, вони, якщо можна так назвати, порівнюючи їх зі студентами звичайних університетів, бюджетники, тобто вони на бюджетному обезпеченні місцевого бюджету. От як там, наприклад, вони навчаються комп'ютерним якимось навичкам, ось ці комп'ютери, техніка, вона теж безкоштовна. Да, полностью, это все бесплатно, все курсы бесплатные, мы предоставляем помещение специально. Но сейчас на время карантина у нас это очень маленькие группки, по 8 человек проводятся в больших аудиторных занятиях с соблюдением всех карантинных норм. Но, конечно, на будущее мы сейчас стараемся переводить все в режим Zoom. Но сталкиваемся с той проблемой, что людям пожилого возраста очень сложно обращаться с техникой. Поэтому мы постепенно их учим, и сотрудники учат, и сотрудники всех вузов, с которыми мы тоже работаем, мы учим, чтобы они это осваивали, и в дальнейшем нам было проще, чтобы для них тоже безопасно, мы работали на дистанционных всех условиях. Щодо працівників і викладачів, це люди неповажного віку, це абсолютно будь-хто завгодно. Хто може стати викладачем, наприклад, у вашому університеті? Ну, наверное, более такие важные дисциплины преподают действительно профессионалы. Мы сотрудничаем со всеми вузами нашего города в виде договоров, договоренные условия. Все эти преподаватели действительно являются профессорами, доцентами, то есть профессионалами в своем деле. А что касается спортивных всех занятий, то вот на нашем примере у нас несколько наших преподавателей по спортивной культуре, они являлись нашими слушателями долгое время, и просто параллельно, как свое хобби, они вели здоровый образ жизни, активный, зимой они даже моржевали, и так постепенно-постепенно они стали нашими преподавателями, их уже любят, их уже знают и с них берут пример. До речі, скажіть, от студенти, вони випускаються, у них якось навчальний рік починається і закінчується, чи це от протягом усього періоду, скільки їм захочеться от брати участь у такому проєкті соціальному? Да, ограничений у нас по времени нет, у нас нет такого, как вот 4 года учатся и выпускаются, вот сколько человек хочет, столько он и продолжает свое обучение. К сожалению, никакие документы после окончания, ну то есть после обучения определенных курсов у нас не предусмотрены, так как, наверное, человек больше учиться для себя, чтобы он мог реализовать свои мечты молодости, изучить те дисциплины, которые он в свое время не успел изучить, и посвятить, наверное, себя больше всего любимому делу, которое он не успел осуществить. Я вам дякую за відповідь. У нас сьогодні одна із спікерок, на жаль, трішки запізнилася. Це студентка університету третього віку Лідія Збітенкова. Я вам пропоную до нас якось приєднатися. Будь ласка, ви, якщо... Так, будь ласка. Нам хочеться більш детально дізнатися саме про ваш особистий досвід. Розкажіть, як ви потрапили до університету, як про нього дізналися, і що на сьогодні вас у ньому, скажімо так, тримає? Ну, а в университете третьего возраста я узнала, если можно так выразиться, сарафанное радио, которое действует очень хорошо. Мне об этом сказала моя подруга, подруги сказали знакомые, и зарегистрировалась я еще в 2017 году. Но я в то время еще немножко работала, поэтому активно посещать что-то не могла, а с 2018 года уже активно влилась, посещала и лекции, и практические занятия, и участвовала во многих мероприятиях. Все это было очень интересно, очень ново. Потому что хочу сказать, что когда люди выходят на пенсию, ну, ни для никого не секрет, что образ жизни меняется немножко. Люди уже становятся не такими активными, да, зацикливаются на домашних каких-то делах, более узким становится круг. Университет третьего возраста позволяет быть социально активными. Я здесь узнала и подружилась со многими людьми.
я всегда в курсе событий. То есть не чувствуешь себя каким-то оторванным от жизни человеком. Мне очень нравится. Скажіть, будь ласка, яка з дисциплін, на вашу думку, є найбільш кориснішою? Чого вам більше за все подобається вивчати? Ну, вы знаете, это вопрос такой, у каждого человека свои наклонности, у каждого человека свои направления, кому-то нравится агрономия, кому-то здоровый образ жизни, кому-то... Мне лично очень нравится, я не пропустила ни одного занятия по психологии. Мне это очень нравится, хотя мне вот многие говорят, ну что ты ходишь на эти лекции, сейчас же в интернете, можно абсолютно все прочитать, любые книги. Но я считаю, никакие книги, никакие материалы по интернету не дадут того вот непосредственно реального общения с лектором, с аудиторией. Все это очень влияет и по-другому даже как-то воспринимается. На сторінках у Фейсбуці вашого університету я бачу, що проводяться різноманітні екскурсії, там у трамвайне депо або ще кудись. От що, можливо, для вас вже з 17-го року, 3 роки поспіль ви навчаєтесь в університеті, що за ці роки запам'яталося найбільше? Ну, більше чого, що мені запам'ялось, оскільки я заядла театралка. Я стараюсь не пропускать ни одного посещения театра. С удовольствием хожу в органный зал, в любые театры. Вот на следующей неделе мы уже идем с подругами. Это очень интересно, и это очень здорово, что есть такая возможность бесплатно посещать театры. Очень нравятся вот летние прогулки на теплоходе по Днепру. Это такой позитив. Настолько красив наш город. Каждый раз, когда мы ездим на этом теплоходике, все постоянно фотографируют, потому что это наша набережная, я в нее просто влюблена. Есть много очень красивых мест, и вот со стороны реки снимать нашу набережную очень красиво и интересно. Розкажіть, будь ласка, от, можливо, зараз нас дивляться, скажімо так, ваші однолітки. Чому, на вашу думку, варто залучитися до університету? Чому варто також прийти і таку соціальну ініціативу підтримати, якщо можна сказати, стати частинкою університету третього віку? Ну, мне кажется, университет третьего возраста дает каждому человеку раскрыться. Вы знаете, когда вот я столкнулась вплотную, стала посещать лекции, мероприятия, я была просто поражена, по-хорошему поражена, что у нас, оказывается, столько много талантливых людей в нашем городе вот такого возраста. Мне не хочется говорить пожилого, вот именно элегантного возраста. Будь то вот, когда у нас было мероприятие «Суперпани», будь то концерты юморины, ну, столько талантов, я была просто поражена, я восхищена. Щодо заходів, розкажіть, будь ласка, які заходи проводяться? Ми почули, що от буде 19 вересня, якщо я не помиляюсь, спортивний фестиваль. Які ще заходи на базі університету проводяться? Ну, у нас таке саме крупне мероприятие, в якому лично я вперше прийняла участь, рискнула, так сказати, це в 18-му году був конкурс «Суперпані». Ну, хочу сказати, що це, думаю, що не тільки моє мнение, це був самий такий красивий і красочний конкурс. Вот, и было очень много зрителей и слушателей, и до сих пор, в общем-то, он у всех на слуху и сделал большой резонанс не только у нас в Днепре, и вообще даже по всей Украине. В котором... Яка була мета конкурсу, що він собою представляє? Да, це був конкурс, в якому я зайняла перше місце і стала суперпані. На сьогоднішній момент не тільки єдинственна в Дніпрі, але й поки єдинственна в Україні. Считаю, є чим гордитися, це теж благодаря університету третього возраста. На следующий год я участвовала, у нас був дуже хороший концерт «Юморина». Вот, я сама придумала номер, сама была режиссером, постановщиком, подруга мне помогала, тоже участвовала в концерте. Тоже были очень такие красочные мероприятия, народу всегда очень много, все с удовольствием посещают их. Юлія, можливо, є що додати з приводу саме заходів, які плануються, окрім фестивалю, або от вже відбулися? Ну, в этом году пока у нас запланирован только вот этот фестиваль, который будет 19 сентября. Ну и хотелось бы, наверное, вспомнить и похвастаться, что мы еще занесены в Книгу рекордов всего мира, потому что в 2018 году, 16 июня, мы поставили рекорд как самое большое количество танцующих людей пенсионного возраста на набережной. Это было у нас около 250 человек, и до сих пор этот рекорд остается за нами. Що ж, ми вас з цим вітаємо. Давайте ще раз звернемося до наших глядачів, розкажемо їм, які вікові рамки для прийому ваш вуз, якщо можна так сказати, і куди їм звертатися, аби до вас потрапити і залучитися до вас. Для того, щоб стати нашим студентом, жінка повинна мати возраст від 55 років, мужчина від 60 років. Жінки і мужчини, які до достиження цього возраста вже отримують пенсію за вислугу років або по определеним обстоятельствам,
обстоятельствам также могут стать нашими студентами. Для того, чтобы зарегистрироваться, должны вы предоставить такие документы, как паспорт, пенсионное удостоверение и идентификационный код. Затем со всеми этими документами нужно подойти к нам в университет по адресу улица Староказацкая, 40Б, первый этаж, и зарегистрироваться. Що ж, ми вам ще раз вдячні за таку цікаву інформацію. Сподіваємось, що і надалі наше місто буде залишатися першим містом, у якому діє такий великий соціальний проєкт, як університет третього віку. Для вас сьогодні розказували про університет спеціалістка управління з питань розвитку соцзахисту населення департаменту з питань місцевого самоврядування Дніпровської міськради Юлія Довгалюк, а також студентка університету третього віку Лідія Збітенкова. Я вам ще раз вдячна за нашу прес-конференцію, за таку цікаву інформацію. Ви почули усе, я сподіваюся, корисне для вас та цікаве. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Дивіться нас і не перемикайте.